Добро пожаловать, друзья мои! Это Who's Your Daddy с нашим Брейном. Привет, привет всем. Я как-то странно... Дверь можно открыть! Дверь можно открыть! Я тебе говорил, ребятки, игрушка Who's Your Daddy обновилась. Много чего интересного. И в том числе так можно выйти на улицу, но мелкие. Не выебать курицу. У тебя мелкие. Шляпа есть. И у тебя тоже шляпа есть, а цилиндр. Пошли на улицу, мелкие. А, ты чё обижаешь маленьких таких деток? Ты понимаешь, что я создал комиссию по защите маленьких и вредных пупсишей и буду против тебя? Слушай, тут, по-моему, ящики обновили. А, я хочу зайти вот в эту дверь. Подожди, я это сделаю. А я хочу на улицу. Not bad, bitch. Дашуль, давай начнем по порядку. Вот с комнаты, которая была закрыта раньше. А, теперь она уже открыта. Она теперь открыта, да, и можно будет потом выйти на улицу. И что там сделать? Смотри, а что это? А, я думала, бассейн, там бассейн. Нет, 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 мелкий. Возьми меня. Возьми меня, возьми. Чем? Я не могу тебя взять, я не нашла эту хуйню. А у тебя... А, что такое? Что это было? Я тебя шокером случайно... Блять, я когда шокером бью, начинаю фараона петь. Слушай, ты какой-то модный как в черных да. очках такой. Пошли дальше. У тебя просто что изменилось? Я просто большой фанат людей в черном. А где твоя пикалка, которая вытрет мои мозги? Я не знаю, где твоя пикалка. Быстрее, 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 быстрее. Так, быстрее, подожди, так давай, быстрее, мы же хотели быстрее, комнаты быстрее. Посмотреть на... Комнаты особо не поменялись. Поменялась, у нас открылась закрытая комната и возможность выйти во двор. Давай ты что топчешься по голове? Давай потом посмотрим то, что из-за чего бомбили. Ребята, вы не положили кубы всех цветов, а вы должны положить. Нет, блин. Подожди, я был невидим. То есть, как бы у меня нет, это дело работало. Мне надо будет положить, как папки. Ого! Привет, дворик! А мама придет, я ей расскажу. Ты меня выбросил во двор, то есть как какую-то ненужную игрушку, еще что-то. А я могу залезть на дерево? Можешь. Нет. Можешь. Но я знаю, что здесь есть такая хапалка для детей. Ты можешь меня взять, схватить. Найди ее пока, поищи. Я ее пыталась найти, но она была всегда за кроватью. Слушай, тут есть барбекю, пошли жарить. Нет, нет, дело в том, что здесь добавили новую хапалку, которая теперь, она новая. Олежа! Надо? Стоп! Раз я могу так... Давай удачи. Иди ты делаешь, пока. Hi, perfect, I'm the... Так, я бросил эту штуку. Не-не-не-не, о, гриль хороший. О, я нудл взяла. Сейчас я так, себя не смей. Закрою. Нет! А, да, да. Слушай, да, ты мелочь. Нет, ты получается? Мелочь пузатая, здесь все. Пока. Пока. Давай в бассейн я брошу его. Давай попробуй. Close, ага. Интересно, а может быть как-то огнетушитель можно бросить, да, в бассейн? А что это за огромный фаллос такой валяется? Это не фаллос, это я бросила. Это, знаешь, штучка такая, с которой плавать можно. А что в этом, в бунгало? Пока. А что в бунгало, дышу? Там, наверное, зомби. Да, думаешь, она открыта. А, закрыта, закрыта. А как, открыть там ключ надо? Да, наверное, я по тебе потопталась, ничего страшного. Не, нормально, тут круг есть. Давай, спасательный, я готов. Бросай, я сейчас буду нырять. Па-пам! Давай, 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 пробуй. А что, подожди, флоти, чего флоти? Брось на меня круг. Тихо, 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 тихо. Это ты его так бросила? А что за жизнь происходит? Да, он вот как понял. Иди сюда, ты же розовый. Я в кругу. И что тебе круг дает? Я не знаю, но я в кругу. Только ты уже розовый. Ладно, ты мне надоел. Все, я задохнулся, походу, да? Подожди, а что мой... Почему я летаю? У меня просто труп. А почему я летаю? А я со стороны себя вижу. Это нормально вообще? А почему я себя вижу со стороны? Я не знаю. Ты что-то нажала, видимо, я без понятия. Нет, у меня чат появился. Чат появился? Да. А вот и хапалка. Вот эта модная хапалка. Это сачок для того, чтобы вылавливать из бассейна всякие беки. Слушай, а как мне выйти из чата? Я не знаю. Это хороший вопрос. Так, комната пуста. Так, а как мне... Слушай, у меня все... Ты еще играешь за себя? Нет, я летаю просто свободной камерой. А как ты так летаешь? Я не знаю, все, короче. Daddy wins! Yes! А чё ты радуешься? Ну я же папка. А. Так, я хочу на улицу. Да, я сейчас тоже пойду на улицу. О! Мне понравилось на улице. Тихо, просыпайся, мелкий. Мне надо свеча. Ого! Я пошел на улицу. Нифига себе, я летаю. Так, свечку взял, отлично. А я знаю, что я сейчас сделаю. Даже не думай об этом. Мои с маленькие. Если мы его возьмем в бассейн, бросим, что-то будет? Я помню, в какой-то из игрушек надо было подмешать, и там становилась пена, чтобы отвлечь... А, в Сибири! Родной мой, Сибирь. Сибирь? Помнишь игрушку Сибирь? Первую часть. Да. Так, и что-то я нашла. Молоточек. Папка. Нашла молоток. Помнишь, можно бить? Мы искали... Да, я стекло хочу разбить. И съесть стекло. Ты же не против? Нет. Я очень даже за. То есть мой отец не против, чтобы я разбила стекло? Только аккуратно, пожалуйста, я тебя прошу. Не поранься, да? Где ты, вредина? Не скажу.
Ну на... вы... А, вот и где. Э, отвали! Как она... Как она работает? Как, отвали! Как отвали! Копать! Как взять? Отвали от меня, вредный папка! Как ты брала меня вот... Зачем ты ко мне подошел? Скажи, пожалуйста, как... Я не помню, просто подходила и хапала. Ой, смотри, Олежа, что тут плавает топчанчик? Почему топчанчик? Да, слушай, ты как этот, слепой ходишь? А я попробую взять тебя. А это я не пол... О, ты сачок... Давай я подкину. Иди, что, бабочка, что ли? Залезь, сачок. Ну? Я слишком толстая. Все, ты в сачке? Я толстый ребенок. Да я тебя наваляю. Слушай, а что ж такое? Давай залазь-то. Что ты делаешь? Ты залезла? Да, ты меня сбросил сейчас. Все, я пойду в круг. Не надо идти в круг. Встаньте, дети, встаньте в круг. Молоток отдай, что с тобой происходит? Объясни, пожалуйста. Я с этот переела там какой-то гадости. Слушай, там на кухне много чего. Я что-то взял, что большое у меня. У тебя что-то большое? Так, я взяла, и я пошла топиться. Как управление здесь какое? Что тут делать вообще? Я не... Ну, пробел, мышка и... ВСД. Парам-пам-пам. А гриль, с грилем что-то можно сделать, да? Я могу пожариться. Ой, что это плавает? Он работает вроде. Уходи. Свечка? Я тебя могу выловить как-то. Нет. Я плаваю, потому что я не вижу бассейн, кстати. Когда я ребенок. Подожди, может, я как-то могу все-таки выловить тебя? Сачок же для этого и нужен. Сачок меня приподнимает, но он, я, видимо, слишком толстый ребенок. Очень толстый ребенок вылезает из пеленок. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду в гриль играть. Кадры, кстати, сильно просаживаются. Серьезно, я даже не обращаю. Понять, я вроде пытаюсь как-то тебя приподнять, но это же гриль, я хочу жареного ребенка. Жареного ребенка? Фу. Жуль, что ты делаешь? А как выбросить гриль? Гриль? Я не... А ты можешь взять? Я как-то пробелом его зажимала. Что ты сделал с моим грилем? Все, давай удачу. Все, слушай, посмотри на стулья. Так, я взял пикапу, что я вижу, да. На, смотри, вот эту хреньку фиолетовую. Олежа, только что эта хренька фиолетовая так удачно легла возле твоих штанин. Смотри, 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 опа! Что ты делаешь с креслами? Кстати, залезь на кресло, я тебя подкину. Как тебе такая идея? Сейчас. Ой, я... Чё-то я слишком толстый ребенок. Ты уже много раз это сказала. Я просто повторяю. Залезь на... Не могу. Плавающую. А ну, переверни ее. Вау. Папа, а зачем ты выкинул наш диван? Папуля. Мама сказала, что надо постирать твою рогатинку там. Ну, там дети стригивают же, правильно? Так, я думаю, что мне, скорее всего, лучше вылезти отсюда. Я просто не могу по-другому. Подними меня отсюда. Я не могу, к сожалению. То есть я слишком толстый ребенок, да? Я уже слышал, что ты толстый ребенок. Ты опять мне это намекаешь. То есть ты хочешь унизить мое детское сознание. Я обидеть меня, знаю, сломать мою детскую психику. Ох, вот ты работаешь здесь. Давай, поднимайся. Все, давай, до свидания. Я пошла... А что это Дэдди Винс? Потому что ребенок ничего хорошего не сделал, понимаешь, в отличие от папки. И диван постирал уже, и куча всего интересного. Какая же ты вредная попа. А где молоток был, скажи, пожалуйста? Он у меня в прошлый раз лежал возле этого самого. Мне кажется, старая музыка лучше была. Тут какая-то пиратская музыка. Слушай, да я хочу собрать все кубики все-таки. А зачем? Ну, это же пасхалку, не пасхалку, там что-то сделает. Попробуй. Что? Путал тойс. Ну. Пум-пам-пам-пам-пам. Так, что у нас здесь? Тут ни хера подобного. Так, стоп. Сейчас, собирай, собирай. А я это... иду молоток поищу. Молоток, как можно было... Молоток у меня на первом этаже возле столика лежал. Как можно было додуматься, что пуфики — это игрушки? Как ребенок будет играть? Я не знаю. О, здесь кубок золотой есть. Его можно взять? Бери. А я его раньше... Я не залезу. Хотя нет, залезу. Так, хорошо. Чтоб я и не залез. Я залезу. Я же взял пёртый. Вроде я же все собрала. Закрыла. Ах ты же су... Нет, не все. То есть у нас там разное играет, смотрю. Кто-то что-то там делает. Так, подожди, я хочу сделать... Ну. Награда, 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 награда. За что тебе должны награду дать? А, награда. О, power up. Что написано? Ready, я power up. Ready for hood dedicated to the spiff. Лежа. Чего? Чё ты зеленым стал? Смотри, у меня награда есть. Подожди, а у меня power... Ты зеленый стал? У меня power up появился. Power up? Возьмёшь? Я тебя вижу, я тебя вижу сквозь стены. Удачи. Я тебя вижу, где ты, маленький засранец? Телек появился. Или он тут был? Разве в этой комнате? Мы с мамой там смотрели мультики ночью, да? Слушай, я тебя вижу, ты светишься зеленым. Че, фосфор объелся? Спокойно, в этой комнате ищи, найди молоток, пожалуйста. А я посмотрю, что в этой комнате делает вентиляция, куда она ведет.
А сейчас ищу тебе. А надо тут есть? Надо добраться. А тут есть... О, тут мамино развлечение осталось. Мамино развлечение... Ой, я в ванной оказался. Вау. Ништяк, вообще ништяк. Я сейчас опять могу застрять в этом самом... Какое вкусное мыло. Олежа! Пока-пока! Олежа! Мыло. Так, молоток. Ты светящийся засранец. Где ты? Удачи. Вот тебе. Есть! Что ты делаешь? Я тебе таблетки дала. Лучше молоток нашла бы. Ой, ну простите, уважаемый. Нож нашла. Да, шла. Ребенок может нашла, разбить. А, какие вкусные сырьевые батареи. Подожди, а это что такое? Так, это не нож. А может нож этот должен быть... А ну где это, подожди. Нож, я нож нашел, это не страшно. Так, на. Надо пойти еще на улицу, посмотреть, что у нас там. Подожди, интересно. А тут что у нас? Отбеливатель, может... Отбеливатель, давай его вбросим в ванную комнату. Может, в этот, в бассейн. Блич, а разве нам блич должен быть? Ну, пошли. Тут есть этот самый. А, это ты был. Бензин, кстати, тоже может попробовать. То есть мы с тобой бензин и отбеливатель. Ага. Ой! Иди, еще гаражная дверь должна открываться, как я понял, да? Ну... Ведь когда машину заводишь, там все это дело работает. Ну, открывайся, падла. Ага, хренушки там. Не хочешь. О, зато шины можно трогать. Ух ты, шины-то весело. Так, что ты там делаешь? Светящаяся зеленая. Я увидел твой маклобанчик. Так, а этот у меня не открывается. Хорошо. Что там делаешь? Мелкий? А что это? Тут не было котла. Котел был здесь? Даже не было. Ты не играла, видимо. Был котел. Не было тут котла. Был котел здесь. Уходи, вещи. Я хочу выйти на улицу, посмотреть, что там у нас. А ты открой... Слушай, что я делаю? А ты взяла отбеливатель? Нет, походу, я потеряла его. Печально, найди. Ты что, ты раскомандовался? Потому что я ребенок. Ребенок капризный, он командир. А если тебя по заднице врезать, ты будешь дальше капризничать? Не надо, я на дерево, короче, пошел. Мне вот интересно, могу ли я на дерево забраться? Папка не мог. Отбеливатель. Как не особо. Я взяла. О, опять смотри, у нас свободный режим. Ты умер? Да. Почему ты умер? Я не понимаю, я умер, потому что съел батарейки. Я же тебя накормила яблоком. Ты думаешь, что яблоко там железо, да? А ты не хочешь посмотреть? Так. Ты не хочешь посмотреть невидимость, как папка видит? Ладно. Я разбил столик журнальный, иди поешь стекла. Пусть ребята тогда у меня в ролике посмотрят, каково это увидеть невидимого. Да, вот, ребят, у вас есть смысл посмотреть невидимость у Даши на ролике. Как стать невидимым? Так, иду. Я разбил журнальный стол. Что у нас какие-то французские мелодии? Без понятия. Играют. О, спасибо, папа, такое вкусное стекло. Вкусное стекло для специально любимого ребенка. Ты съела, да? Да. Какого хера? Ты сразу померла. Нифига себе, ты издеваешься, что ли? Привет, папа, я дух ребенка. Включим нашу фантазию и подумаем, что можно сделать еще на улице. Рематч, нажимай рематч, пожалуйста. А у меня не появляется. Я летаю в обычном режиме. А как может, из него выйти? Escape, я не знаю, там. У меня только чат появляется. Странно. Бэйби хочет вам что-то сказать. Бэйби. Прекрасно. А как ты вышел тогда из летающего режима? Как? Само вышло. Само? Да может я попробую. О, я вылетела за экран! Печалька. Я вылетела! Слушай, наш дом на облаках. Так, сейчас попробую. Так, где этот мелкий? Тихо. Спокойно. Слушай, а я, по-моему, могла раньше подушки двигать, сейчас не могу. Так, вон там... О, закинь меня, знаешь, куда? Куда? Возьми вот эти грабли и закинь меня на... А где их найти, ты мне скажи? Я не помню, где-то были. Ты поищи там, поройся. А я тебя подкинуть просто... Ты на пропеллер хочешь? Да, можешь мне на пропеллер закинуть? Давай я... Потому что твои сумасшедшие идеи иногда меня пугают. Сыночка? Мне нравится. Да, что? Ты-то упоротый? Ты там наркоманишь? Нет, я не наркоманю. Что ты там переел? Это присел. Давай, наркоман. Так. Давай, наркоман! Шмелкий, тебя по попе мама не била, не? Мама меня любит, мама не бьет. Мама тебе конфет не дает. Так, я пошла их и слушаю, а где ж хапалка? То есть ты убрали, что ли, добавили? Где хапал? Возьми меня как-нибудь, Дашуль. Просто возьми меня. Лежа. Просто возьми и закинь туда наверх. О, зато я же нашла. Ты где? Ты можешь взять стулья, соорудить. О, вот это вот хрень, да. Ты же хапалка. Конечно, Олеж. Она ничего особо не делает, пока. Пока-пока. Иди сюда. Эй, ты затормаживаешь мое движение. Ну так это моя цель моего движения. Да что ж такое?
Все, мелкий. Ты что, уже занюхал? Ты меня называешь мелким? Потому что ты и есть мелкий. Пока. Так, подожди, где же хапалка? Хапалка, наверное, там, где вы ее с мамой оставили. Тут есть только мамино развлечение. Нет, тут нет. Короче, ладно, нам пошли. Надо, чтобы ты меня забросила, ну как-то папка. Давай стулья. С сыном, давай стулья. Смотри, тебе, значит, надо сюда. Угу. Ой. Вот стул есть в соседней комнате. Пуфик есть. Любой пуфик на пуфик просто кладешь, и я вот думаю, я хочу это сделать. Давай. Так, раз. Так. Так, бери, давай. Нет, мячик мне не надо. Так. Да что ты? Как я на эту... Ой. Ну ты жирный. Чего? Ну ты взял пуфик, завалил. Ты представляешь, сколько ты должен весить? Давай, давай. О, да Шуля, что ты делаешь? Я не знаю, что я делаю. Я пытаюсь соорудить тебе... О, тихо. Сооружай, прямо с кресла сооружай. Просто я там не залезу. Подожди. А с кресла могу. Вот, смотри. Раз. Блин. Ну, что ты... А ну залезь. Куда? А, ты меня хочешь так поднять? Угу. По-моему, ладно, да? Я на зеленом. Блин. Тихо. Короче, мне, походу, не добраться. А ты допрыгнешь? Вот если ты залезешь, ты допрыгнешь? Убьешься? Нет. Тебе на пуфик может стать лучше. Мне кажется, что если была бы веревка, было бы неплохо. Мыло, веревка. А мыло есть. Тема. Мыло есть, но веревки нет. Давай, Дашулька, прыгай. Па-пам, ничего со мной не происходит. Пошли на улицу. Пошли на улицу. Я думаю, что надо на улицу. Так подожди, я отбеливатель так и не взяла. Пи-пам-пи-пам-пи. Так, я взяла отбеливатель. Давай. В принципе, тема должна сработать. А что у нас еще для розжига надо? Что-то есть? Тут бензин возьми. Бензин, кстати. А что ты хочешь? Давай подпалим подпалим бассейн. Нет, бассейн ты не подпалишь, а вот. Почему? Бензин сейчас разливаем? Барбекюшку вполне возможно. Давай. Слушай, мы какие-то с тобой изверги. Почему? Ты... Мама придет, тебе надает. А что это мне надает? Мамина любимая игрушка станет твоей нелюбимой игрушкой. Лежим. Я пополз. Так, нормально. Как тебя зарядить? Так, это ты упал. Хороший дом. Хороший? Жалко, что в этой игре нельзя реально за маму поиграть. Взять под затыльник, там, под шлепник, под жопник. Слушай, у меня упал. У меня упал. Ничего, я ползу. Так, как ты? Господи, это стрёмно было. А что ты хочешь делать? Я не знаю, я хотела полить, но я так понимаю, что поливать я ничего не могу, да? А, знаешь, мне кажется, ее надо хотя бы поставить, чтобы она стояла. Дэдди Вин! Какого хера Дэдди Вин опять? Дэдди Вин? Дэдди Вин, да. Дэдди Вин. Сейчас я попробую. Я возьму инициативу в свои руки и сделаю все как надо. Там была сковорода на улице. Замок, зыбца. Нахера он мне нужен? Зачем тебе? А, ты можешь меня запирать. Это, знаешь, уже какие-то игры плохого характера. Игры плохого характера. Что так, же хапалка? Делать? Дашулька, а где хапалка? Откуда я знаю? Ты меня так спрашиваешь? Все. Хочешь стаканчик? Пока. Не пока, а я могу плавать? Ты что, в бассейне плавать пошел? Да, я пошел плавать. Может, и мне пойти утопиться? С горя. Бассейн ужасно глючит, просто адово. Нифига себе, сколько тут... Ты видишь, что ты себя не видишь? Чего? Еще раз. Ну, в смысле, ты не видишь этот, воду. Гриль, сейчас. Давай, иди сюда. Здравствуйте. Здорово. Сударь. Хочешь, я банан тебе пожарю? А давай ты меня вместе с этой самой сбросишь. С кем? Вот эту штуку. Давай, залезай на нее. А, хочешь, чтобы я залезла прям? Залезла, ты покатаешь на топчанах, давай. А я не могу залезть, подними мне... Олеж, зачем тебе банан? На, топчи. Так, подожди. Как... А на что ты можешь... Ты разбила! Ну и что? Тебе что, жалко? Новый купишь, папка? Так. Давай, залезай, хоть на что-нибудь. Тихо. О, прыгай на топчан, я тебя столкну. Давай. О. Катай меня. Катай меня! Ладно, рядом. Смотри, я их вот сейчас выложу здесь. Ну зачем? А на диван хочешь залезть? Куда ты мне... Да, подожди, я хочу... Подожди, я сначала залезу, подожди. Давай, я жду. Сначала лезь и ползи. Вот. Время канонизма. Аккуратно. Мама! Что это было, Олежа? Подожди, спокойно. Стой. Что ты так летаешь? Я возле... Слушай, там что-то еще интересное. Там что, могила что-то? Чья-то? Какая могила, ты чего? Что ты делаешь? Ты меня взял тем самым. Пока. Да, давай, я возьму тебя. Пока. До свидания. Как брать, я не понимаю. Я тебе говорю, она не работает нормально. Вот, ты меня взял. А, все, я понял. Смотри, я задержу правой кнопкой, да? Ну, давай. Правой кнопкой надо? Подпрыгни немножко. Я падаю, видишь? Давай я повыше подниму, насколько возможно. Давай. Давай. То есть это ты задерживаешь?
Ты что это за землетрясение? Люди! Люди, помогите! О, так. Какая жесть, слушай, содомия просто. Так, спихивай, пожалуйста. Тут стулья танцуют. Тут они танцуют, ну, слушай. Диван улетел, слушай, иди, может, левой кнопкой попробовать? Ну, попробуй. Так, греб. Ну. Поднял. Что делаешь? Пап, ты чё? Наверху нормально было? Все, до свидос. Давай я тебе на диваны эти завезу. А ты меня сможешь? Только их можешь сначала поставить. Ты видишь, они немножко неровные. А нормально, в принципе, для тебя нормально. Угу. Всплыви, всплыви, ребенок, всплыви. Я пытаюсь, папа, но я не могу, я боюсь, я не успею. Папа, но я же все пытался. Все. А, что ты фиолетовый становишься? Потому что я утонула. Может, это мой персонаж Сейнтро в детстве, я вот не знаю. Слушай, точно, наверное, поэтому... Space to Spectrake, короче. Ну, ты летать начнешь, да? Ух, я не знаю, что-то задумано... Подожди, а что я вижу? Да, мы летать начинаем. Я вижу себя типа со стороны или что? Да, я тебя тоже вижу со стороны. Что за жесть такая? Вот этот глюченный режим. Ты что-то совсем... Ребят, зачем вы так обновляете игру, что она, блядь, еще хуже становится, я вот не понимаю. Нет, я не говорю, что... Ну, не хуже, но больше глюков появляется, скажем так. Угу. А как выйти из спектрали? Я не знаю. Поэтому я думаю, что надо сделать перерывчик. Да, окей, я тоже так думаю. В общем, вот такие вот обновы у нас появились. Не знаю, хорошие, интересные, не очень. Вам судить, друзья. О, я вышла, я прошла сквозь текстурки. Серьезно? Да, это тоже можно. Я не могу летать, к сожалению. Я летаю. Я на месте смотрю. Я в крышу... Ты меня умерла как бы. Я знаю, поэтому мой дух теперь летает, и он будет тебе мстить. Я город вижу, кстати. Нормально. Городишко как он? Да там огромный такой, типа Нью-Йорка. Да? Ну, все? Отлично. Ну что? Все? Будем прощаться? Думаю, да, можно попрощаться. Это был Who's Your Daddy? Или выбросить тебя еще раз? Я вот думаю, может, все-таки тебя выбросить. Я думаю, хватит меня выбрасывать. Я ж тебе не мусор, чтобы меня выбрасывать. Нет, не выбросить тебя, а искупать перед тем, как придет мама. Нет, я думаю, что уже пора. Хорошо. Не мучить нашего ребенка. Вот хватит. Такой вот у нас Who's Your Daddy. Глючный и немножко непонятный. Честно говоря, я не знаю, это надо обновлять, это над этим надо работать. И фиксить. Да. Все. Пока. А пока что всем пока-пока.